26 и 27 мая в Слуцке прошел 29-й открытый фестиваль духовой музыки «Майский вальс» в рамках республиканской акции «Культурная столица года». Зародился фестиваль на Минщине, и первый марш-парад духовых оркестров состоялся в 1981 году в Вилейке. Тогда в нем участвовало 4 оркестра и всего 65 участников. Сегодня фестиваль приветствует город, которому в этом году выпала большая честь быть главным центром культурной жизни нашей страны. Это удивительный край, легендарная белорусская земля, с которой связано множество событий, имен и легенд. Это город с многовековой историей, особыми традициями и яркой современностью. А в настоящее время он несет на себе еще одну значимую, ответственную роль. Слуцк – культурная столица Беларуси. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, Народный духовой оркестр «Витины», руководитель Александр Нищебарович и образцовый ансамбль «Мажореток Феерия», руководитель Екатерина Славинская, государственное учреждение образования «Столбцовская детская школа искусств», Минская область. Молодежный духовой оркестр учреждения среднего специального образования Барановичский государственный музыкальный колледж. Руководитель Андрей Чемармазович, Брестская область. В фестивале участвовали духовые оркестры из Минской и других областей нашей республики. На стадионе развития технических видов спорта ДСАФ состоялось торжественное открытие фестиваля духовой музыки. Участников приветствовал председатель Слуцкого райисполкома Владимир Гога. Приветствую вас на открытии 29-го фестиваля духовой музыки «Майский вальс». Благодаря республиканской акции «Культурная столица года» Слуцк стал творческой площадкой для такого значимого в культурной жизни страны мероприятия. Известность «Майского вальса» – самое яркое свидетельство тому, что мощь и сила настоящего искусства не подвластны времени. За все годы творческой жизни фестивальные программы открыли любителям и знатокам музыки богатейшие пласты духовой музыки разных эпох. Благодаря этому творческому проекту повышается мастерство исполнительского искусства на духовых инструментах. Оркестровый жанр так распространен и популярен в Беларуси. Для нас сегодняшний праздник – это встреча с настоящим, большим искусством, со всемирным музыкальным наследием. Уверен, что фестиваль пройдет на достойном уровне и вызовет широкий общественный интерес. Желаю его организаторам и участникам успеха, а зрителям ярких, незабываемых впечатлений. Жители и гостей города радовали своим выступлением заслуженные коллективы Республики Беларусь, образцово-показательный оркестр и ансамбль песни и танца внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Концертные площадки фестиваля развернулись по всему городу. В городском парке, например, для случан и гостей города выступали 6 коллективов. Thank you.
27 мая на стадионе технических видов спорта ДСАФ состоялось закрытие фестиваля и плац-концерт оркестров и ансамблей «Мажоретов». Финальной точкой мероприятия стал концерт сводного оркестра участников 29-го открытого фестиваля духовой музыки «Майский вальс». Начальник Главного управления культуры Минобл.Исполкома Алла Шахотько поблагодарила участников фестиваля и вручила им дипломы лауреатов. А мы с удовольствием пообщались с руководителем образцового духового оркестра из Могилева и с его участниками. Участвуем мы в этом фестивале «Майский вальс» первый раз. Так случилось, что нам предложили областной методический центр города Могилева предложил участие в фестивале «Майский вальс». Мы с радостью приняли приглашение, согласились. И, конечно, в кратчайшие сроки, месяц-полтора, делали программу индивидуальную для этого фестиваля. Вот. Также участие в сводном коллективе, да, это и произведение, которое исполняло общий сводный оркестр, да, под управлением военных дирижеров, да, вот, лучшие образцы белорусской музыки. Вот. Я думаю, что праздник удался. Нам все очень понравилось в Слуцке. Это атмосфера, это душевность, это тот прием, который нам организовали. Подготовка проходила очень усиленно, скажем так. Дались произведения, которые обязательны. Мы их разучили, смогли сыграть вместе со сводным оркестром. Прием очень теплый, все очень душевно, очень понравилось. Хорошее место проживания, хорошо кормят.